безопасность дорожного движения зависит прежде всего от того, насколько хорошо этих людей научили водить машину, насколько правильно они ведут себя на дороге, насколько доброжелательно относятся к другим участникам дорожного движения. Мы от всей души благодарим организаторов этого конкурса и придаем ему очень большое значение, потому что ничто так не мотивирует, ничто так не способствует развитию мастерства, как конкурс сети профессионалов. А вы все являетесь, безусловно, профессионалами своего дела. Мне очень хочется, чтобы каждый из вас из этого конкурса вынес для себя много полезного, потому что мы все учимся друг у друга. Мы в последние годы очень часто сталкиваемся с критикой, что мы плохо обучаем детей правилам дорожного движения, что мы не контролируем деятельность автошколы, что мы не делаем, вернее, мало делаем для того, чтобы на наших дорогах стало более безопасно. Проверьте республики и Министерство образования и науки, и органы направления образования проводятся огромная работа. Работа в школах проводится очень интенсивно, и мы знаем, что за этой работой стоит. За ней стоит жизнь ребенка. И я думаю, что мы сейчас вас не будем отягощать статистикой. К сожалению, до сих пор сохраняются случаи гибели детей. И не всегда по их собственному мнению. Все чаще это происходит по вине родителей. И пользуясь случаем, мне бы хотелось призвать вас очень ответственно относиться к своему делу. Я очень надеюсь, что в сегодняшнем конкурсе победят самые талантливые, самые лучшие инструкторы дорожного движения. И пусть вам всем сегодня улыбнется удачи. Удачи. Кто предоставляет еще, вы видели компанию «Юстас», я думаю, что это сторонами школы, может быть, инструктора, но директора точно знакомы, сотрудничают с этой компанией. Данил Андреевич. Здравствуйте, спасибо большое за слово. Со 100% гарантией констатировать, ваша деятельность, она практически, как и наша, закладывает в человеке уважение к правилам дорожного движения. 100% гарантия, что каждый из нас, присутствующий, в том числе и я, своего инструктора практического вождения помнит. Обучался я в Минской автошколе, это было в 98 году, но тем не менее. Каждого инструктора человек запоминает, каждый водитель, он сможет рассказать, как его обучали, кто его обучал, какие у него остались впечатления. Это, в принципе, незабываемо, это остается на всю жизнь. И те основы, те навыки, которые вы сейчас закладываете, понятно, что деятельность ваша стала намного сложнее. Вы даже вот вспомните обучение мое, сейчас вы обучаете в городе, инфраструктура поменялась, транспортная структура усложнилась, интенсивность движения возросла, то есть задачи у вас немножко другие. От вас зависит многое, я надеюсь, что вы это понимаете. Реже приходится наблюдать инструктора, сидящего в телефоне, либо расположившегося уютно на разложенном сидении, дремлющего в процессе обучения. Приходится наблюдать реже, но тем не менее такие факты есть. Поэтому ответственность несем и вы, и мы одинаковую, за тех, кого вы обучили, за тех, кого мы контролируем на дорогах. Ответственность очень большая. Сегодняшний конкурс очень часто, в том числе и к нам в отдел профилактической деятельности управления, и звонят люди с вопросом. Подскажите, пожалуйста, самую хорошую школу, самого толкового инструктора. Не скрою, такие звонки довольно часто. Так вот, именно сегодняшнее мероприятие позволит ответить на этот вопрос. Какой инструктор наиболее профессионально подготавливает, наиболее профессионально относится к своему делу. Судейскую коллегию сейчас представят, значит, у нас сегодня будут гости в том числе из других регионов, представители Казани, представители Перми будут участвовать в судействе. Поэтому все вопросы, я думаю, в процессе отсматривания материала, мы с вами к обсуждению, по крайней мере, я готов, любых острых моментов. И вас, и нас с почином.